Всем привет, дорогие друзья. Я уже умылся. Сегодня у нас будет не стройка гаража, сегодня у нас будет рыбалка. Сейчас я что делаю? Во-первых, я сейчас барахлишко сниму, мы съездим в гараж, возьмем там удочки, все эти прибамбахи, все, что нам нужно для рыбалки. Блин, голова еще не высохла. Ну ладно, на улице тепло, не зима все-таки. Съездим, возьмем все прибамбахи, оттуда заедем, червячков купим и поедем уже на рыбалку. Ну и возьмем что-нибудь закусить, наверное. Нам надо будет что-то перекусить такое. Ну, возьмем что-нибудь купатов. Ну, хочется что-нибудь на костре приготовить. Рыбки половиться на костре приготовим. Ну, просто, проще говоря, сегодня покайфуем маленечко, да? Кайфанем. У нас сегодня рабочий день. Думаю, там никого из людей не будет. Я не люблю, когда много народу, вообще толпа. Вот. Ну, если даже будет, мы поищем какое-нибудь спокойное, тихое место. Так, ладно, давайте, наверное, одеваться. Что у нас с погодой? Погода у нас немножечко пасмурная. Ну, в принципе, нормально. Облачка идут и все остальное. Чего ты, Игорек? А? Чего ты? Спал? Опух весь. Опух весь. Иди поешь. У тебя там наложено. Иди. Ну все, я вроде бы собрался. У меня на это ушло приблизительно, наверное, минут 40. Это чтобы собраться и выехать. Сейчас я за предел уже выезжаю, я уже проехал некоторое расстояние. На дороге поспокойнее стало, решил записать. Осталось мне проехать, ну, как осталось проехать? Ехать мне всего приблизительно километров 8, наверное, ну, может быть, в районе 10 километров. Это водоемчик у нас там будет, речка. Посмотрим, что там у нас есть. Если нас там место устроит, если будет все нормально, то там и останемся. Продуктишков закупил, червячков, взялся снасти там. Я не знаю даже, может быть, что-то и забыл, но это уже на месте там разберемся. Так что такие у нас дела. Целые поля подсолнухов. Красотища. И эти подсолнухи почему-то не состригли. Обычно их стригут, когда они еще желтенькие. Но это, видно, на семечку остались. А если на силос, тогда их рубит, когда только все начинается. Ну а что, какой силос может быть? Наверное, коров-то нет в совхозе. Все закончилось. Немножко подзапыхался я. Километра, наверное, 3 проехал. Вот. Ну, сейчас прибавим. Ну, я, в принципе, ехал меньше, наверное, чуть больше 5 минут. Вот. Сейчас прибавим, потому что вот за этим поворотом, куда машины свернули, там у нас под бугорок пойдет. И там мы уже включим 21-ю и на всех парах. О, разгоняемся. Как я обещал, под бугорок понеслась. Не знаю, ветер, наверное, в микрофон дует. Ну, постараюсь сейчас прикрыть как-то. Еще прибавим маленечко. Так, воды, 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 холодненькой воды. Мне надо обязательно. Это деревушки тут вот у нас. Вот здесь, кстати, под бугром речка. Наверху. Вот эта дорога с города. Но я ехал не по этой дороге, я ехал по трассе. А это вот куда мы сейчас поедем, туда. Ну, в принципе, воды я налил. Рюкзак одел, поехали дальше. Нам, в принципе, тут недалеко осталось. Ну, сейчас посмотрим, как там вообще будет. Вот. Так, ладно. Погнали, а то мне одной рукой неудобно этот телефон держать, записывать и ехать, а то еще сейчас мандонекнусь. А в 9 лет уже в город переехали.
Классно, да? Коридор такой из деревьев. Ну вот, в принципе, я уже подъезжаю туда, куда я хотел. Сейчас мы посмотрим, что там у нас на берегу и в речке. Не заросло ли там все. Еще вот сейчас вот хотел сказать, что спускался. Пришлось с бугра спускаться с этими по щебенке. Блин, все-таки как я рад, что купил именно такой велосипед. Амортизатор отрабатывает на ура. Я никогда такого удовольствия не получал, ездя по горам и кочкам. Все-таки правильно я сделал, что взял именно такой. Так, вот здесь у нас коровки стоят, муму. Это чьи-то у нас тут коровы. Ох, раздолье им тут травы сколько. Не знаю, раньше направо можно было там корячиться, я туда на машине проезжал когда-то. Но мы сейчас попробуем налево, а дальше уже будем посмотреть. Давно я здесь не был. Что-то мне подсказывает, что я тут куда-то упрусь, да? Ну да, точно. Блин. А где же я есть-то, а? Почему раньше этого не было? Так, придется, наверное, выключить пока телефон, найти дорогу. Но все-таки пришлось мне вернуться на той развилке и уйти направо. Вот, в принципе, я подъехал, я тут воду вижу. Но раньше вот этих кустов ничего не было. К речке было очень можно легко добраться, мы сюда ходили рыбу ловить. Блин, а сейчас-то я к речке вообще доберусь, не? Как мне тут удочками орудовать? Да и что-то здесь мелко как-то, вон она, речка, я вижу. А что здесь вообще происходит-то? А, ну вот здесь вот есть подход, в принципе. Блин, ну а здесь все заросшее. Да так заросшее, что мама моя родная. Хотя возле берега прям сразу начинается глубина, да? Но здесь и раньше, в принципе, водоросли всегда были, потому что вода тихо. Тихо, и их не уносит. Блин, что же нам делать-то? Конечно, здесь очень хорошо. Тенечек, все по кайфу, да? Можно было прям костерок здесь недалеко. Шашлычок замутить. Ну, у меня шашлыка нет, есть мясо просто. Мы сейчас мясо пожарим. Водочки холодненькой. Граммов по 20, а то и 50, да? Вот было бы шикардос. А вот это, кстати, островок. Это остров. Мы на лодке, когда сюда приплывали, ну, маленький еще когда был, экраны, сети ставили. Здесь рыбы очень много было. И мы на этот остров лазили. А весной, когда река поднималась, этот остров весь зачищал. Ну, а сейчас уже нет такого половодья, поэтому как бы и остров так разросся. Так, ну что, наверное, поедем мы отсюда, в то место, где мы и раньше были. Не то, что раньше были, где я вот палатку ставил и из палатки где ночевал. Там, в принципе, ну, мы, в принципе, там побудем, да? Давай, погнали туда. Туда хоть и подальше ехать, но поехали туда. Ну вот, в принципе, прошлось прокопытить еще несколько километров. Но я, в принципе, остался мне, я думаю, что километра два, максимум 2,5. Потому что сейчас вот эта вот деревня закончится, да? Там будет между... Будет такая небольшая дорога через поле, не длинная, метров 300. И потом еще одна деревушечка. Вот в этой деревушечке как раз там в конце есть та речка, на которой мы уже бывали. Но я думаю, что сегодня там клевать будет. Вот. А потом мы на разведку съездим. В следующий раз хочу съездить на карася. На озеро. Я знаю, где озеро. И там у нас будет на карася пойдем. Коты на дороге сидят к речке. Это уже второй кот, который мне встретился в этой деревне. Они, наверное, ждут рыбаков и отжимают у них рыбу. Если пьяным едешь, слишком перепьешь, они у тебя пьяного отобьют все-таки эту рыбу, ты едешь туда домой ни с чем. Ну, это опять же мое личное мнение. Хотя, вполне возможно, эти коты занимаются бандитизмом на дороге. Ну, ладно, проверим. Ну вот я, в принципе, о чем и говорил.
вот эта дорожка, я проехал, да я говорю, тут немного. Вот, сейчас мы вот эту вот деревушечку проедем, тут тоже несколько домов. И в самом конце у нас будет уже то место, где мы будем ловить. Там дрова есть, там все у нас есть, и кайфово там, в такую погоду. В свое время, когда я был маленький, вот эта вот деревня тоже, ну, тут, блин, вообще, по-моему, оставалось 2-3 дома, в которых жили, и то старики. Но здесь не было даже вот такой вот щебенки, вообще здесь ничего не было. Добраться сюда очень было сложно. Старики здесь жили, по-моему, где-то даже вот в этом вот доме вначале. И в самом конце. Вот. И я думал, что все, может быть, там пройдет еще 2-3 года, там, старики, как они довольно-таки старые уже были. Вот, я думал, они умрут, и все, эта деревня загнется. Но нет. Наоборот, что-то расширяется, строится, что-то волоку тащат. Не, молодцы. Молодцы, что ничего не бросают. Молодцы, что строят. Значит, думают о своем будущем, значит, уверены в своем будущем, то, что все будет хорошо. Ну, как бы это инстинкт, наверное, человеческий. Когда организм знает, если клетка знает, что ей надо продолжать свой рот, она будет готовиться к этому. Ой-ой-ой-ой, злой какой, раздрава, он злой. Иди сюда. Ну, они одичали, что здесь редко, наверное, кто ездит на велосипеде. Но собаки самые в кайф. Не кусает, не кусает. Не кидается так вот. Как взрослый прям думаешь, ну все, сейчас остановишься, он тебя порвет. Так, ну все, в принципе, вот. Осталось еще немного, мне сейчас даже уже неудобно будет. Давайте на это. Оп. Мне снимать будет неудобно, сейчас доедем тогда. Продолжим съемки. Блин, не удержался, чтобы не заснять. Вот они, эти царские места. Нехоженые луга и непаханные земли. Блин, как все-таки здесь хорошо. Сейчас мы уже почти приехали. Кто-то на машине приезжал. Если сюда приезжали, значит, здесь что-то ловилось, да? Так просто народ не будет есть. Вот здесь машина стояла, и прям свежак. Трава лежит, она поднялась. Так, вот здесь у меня в прошлый раз палатка была, да? Пойдем посмотрим. Уф, красота. Красота. Так, что у нас здесь изменилось? Так, здесь особо ничего не изменилось, да? Сейчас мы пойдем опять вон на то место, где мы в прошлый раз ловили, и будем там уже осваиваться. И заодно я сниму вам, покажу, что у меня с собой есть, чего у меня с собой нет. Потому что я сам не знаю, что у меня есть. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Блин, мы здесь-то легко проходили. Кайф, 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 кайф. Блин, у меня такое ощущение, что прибавилось воды немножко. Откуда она тут могла прибавиться, я не знаю. Но такое ощущение, что она прибавилась. Так, ну, с учетом того, что я его здесь в прошлый раз ловил, эта палка даже выросла. Глянь, вот сюда удочку ставил. Ну, прикольно. Так, а здесь вот у нас будет хорошо. Я думаю, вон туда мы будем забрасывать, здесь поглубже. И сейчас мы тут разберемся, да? Ну все, давай, погнали располагаться и ловить. А то мы так можем долго снимать. Так, ну давайте, наверное, разбираться, что у меня есть. Сейчас я куртку положу. Блин, тут вот. Сейчас я куртку положу, и мы на куртку будем все выкладывать, что нам надо, чего нам не надо и как с этим жить. Так, взял я себе немножечко горючки показывать. Я вам ее не буду. Но я взял чекушечку маленькую. Потому что, ну, какая рыбалка, нормальные рыбаки, чтобы клевало, как говорится. А то рыба не подойдет.
Так, это, во-первых, у меня... Во-первых, у меня вот есть червячки. Это я заехал, купил. Стоят они у нас 55 рублей, такая вот банка. Ну, там немного, я думаю, что там навес. Так, сигареты здесь у меня. Ключи, еще сигареты. Поехали дальше. Так, удочка одна. И... Так, это у меня газовый баллон. Это будем костер разжигать. Так, удочка еще одна. Это спиннинг. Почему я беру такую и такую? Потому что, ну, мало ли вдруг захочу я спиннинг покидаться. Она у меня очень легко и быстро переключается на то, чтобы спиннингом была. И также удочка. Так, дальше. Блин, кофту я взял. Нафига я взял кофту, если я взял эту куртку? Блин. Ай, баран, бараныч. Так, это шампура. А я взял, чтобы с помощью них готовить. Не хотелось сегодня брать барбекюшницу. Так, поехали дальше. Так, воды мне хватит. 1,5 литра холодненькой. Так, это кружечку. А, вот, я взял хлеба и взял еще вот такую вещь. Ну, как я и говорил, зарядник взял, а шнур не взял. Ну, что, молодец. Ну, у меня на телефоне еще 91%, поэтому как бы... Вот, хочу картофан в этой, молодой, приготовить на углях. Вот. И еще я заехал в магазин, купил кусок мяса. Это свининка. Мы ее разделаем и на шампуриках поджарим. Будет вообще, мне кажется, мед и мед. Так. Ну что, наверное, давайте сейчас... Сейчас что сделаем? Сейчас я удочки заброшу. Попробуем половиться. И заодно будем потихоньку что-то костерик разжигать. Нам угли нужны, чтобы картошку приготовить. Нам нужны угли. Поэтому придется сейчас костер много жечь. Ну и на углях, соответственно, мы потом миска приготовим. Ну все, поехали. Так, ну костер пока у нас готовится. Мы сейчас что сделаем? Мы сейчас сядем, перекур устроим, да? Я удочки все приготовил. Рыба сейчас так вот клюет, ну хреновенько. Вот, сейчас я еще удочку заброшу. Вот. Рыба клюет, ну хреновенько. Кое-когда, кое-когда. Ну, в принципе, мы приехали еще рано. Я думаю, ближе к вечеру начнет клевать. Тогда мы половим. А сейчас мы пока сделаем что? Мы пока подготовим костер, ему долго готовится. Дров здесь очень и очень много. Речка, когда в половодье, вот прям деревьями все навалено. И они такие, вот просто прикасаешься, они ломаются. Даже долбить не приходится ничего. Вот. Это вот уже, кстати, наломанные. Тут вот таких вот готовых уже очень много. Сейчас что мы сделаем? Костер приготовим, сделаем картофанчик, пожарим вот этот вот на углях, да? Прям в уголь туда закинем, как я в детстве когда делал. Хлебушек сделаем, можно даже обжарить будет с двух сторон. Ну, хотя хлеб я не особо люблю жареный. И миско мы прям порежем и просто на костре зажарим. Все это на шампурах сделаем. Ну, я думаю, будет прикольно. Ну, естественно, нам надо этот... Я знаю, почему еще крупная рыба, наверное, нормально рыба не клюет. У нас же что, он на сухую проходит, а на сухую нельзя. Рыба на влажность, влажность любит. Нужно смазать маленько. Значит, нам нужно сейчас 20 грамм, а то и 25. Да, где-то так в этом районе. 25 граммов надо нам принять. Так, ну все, давайте я, наверное, сейчас пока еще дровишек подброшу, а потом попозже тогда поснимаем. Здесь еще ни разу не был, давай. Попробуем пройтись по бревнышку, поэтому не знаю, развалится или нет, но, по-моему, держится, но что-то как-то хреново оно. Смотри, какой водопад здесь, это все бобры застроили. Блин, как это поближе показать, подойти я туда не подойду. Вот так вот, может. Это вот раньше речечка такая была. Мы здесь вот часто ловили рыбу. Потом бобры все позастроили. Но рыба все равно сюда проходит. Не знаю, как уж или что там.
Ну как-то она все-таки находит ходы и проходит сюда. Лучи свет так интересно проникают, как будто бы в клипе Майкла Джексона «Air Song». Глянь, как красиво. Так, ну что, давай попробуем картофана напечь. Потому что уже костер хорошо прогорел. Сейчас мы его закинем. Надо пересчитать сразу. Мы в детстве, когда закидывали, всегда считали, что потом достать такое же количество. Но иногда не все находили. Там какие-то сгорали, какие-то нет. Я специально брал небольшие, чтобы они быстрее приготовились. Помните такой на углях картофан? Я тоже помню. Так, а переворачивать мы будем, наверное, шампуриком. Вот эту куда-то надо туда поядрё нести. О, нехай лежат. Сейчас мы еще... Блин, боюсь, телефон сгорит. Сейчас я еще углями засыплю по кругу. И будет нормас. Вот сижу сейчас, вот смотрю вот на этот поплавок, вот справа который. Сейчас давай попробую увеличить его. Не знаю, наверное, это будет все равно. Вот это. Оп, клюет. А? Хренов. Никого. Вот задрали, червяка снимают. А кто что, не пойму. Ладно, давай сейчас закину. Вот, перезакинул. Вот поклевки идут. Кто это, не знаю. Отходит, вводит. Но еще пока что вот время у нас сколько? Часов 5, наверное, вечер. Там, ну да, наверное, часов 5. Вот опять кто-то его теребонькает, да? Ну давай подождем подольше. Я рано выдерживать не буду. Вот, видишь, вот вперед его. Ты, наверное, не видишь, давай я тебя увеличу. Вот он. Стоит. Я хотя делаю глубину очень большую, здесь и так глубина не маленькая, но я делаю так, чтобы со дна брали. Подожду сейчас подольше, или пускай червяка доедает, или пускай уже попадается. Я в прошлый раз здесь ласкарика поймал. Блин, у меня там еще картошка подходит, да? Я его вот так вот сделал. Видишь, залой все засыпали. Положил поплавок. А, взад-вперед его поднимает и ложит, поднимает и ложит. Ну ладно, давай сейчас я камеру положу. Угу, опять ложит. Камеру положу, может быть, сейчас я вытащу эту сволочь. Так, давай, наверное, пробовать картофан доставать. Так, это мы еще доложим. А вот это вот уже готов. Картофанчик, выкатывайся. Еще 4 тут должно быть. А, нет, 3. Блин, это не готов. Еще чуть-чуть. Этот, ну, почти готов. Вот этот точно готов. И этот тоже будет готов, а иначе он сгорит. Нехай остывает. А вот этот и вот этот. Пускай еще полежат. Сейчас я их опять закопаю. Копаю и этот. Мне просто телефоном неудобно закопать. Подожду еще минут 5, я их достану. А эти пускай уже остывают. Ну, по крайней мере, закуска уже есть. Уже можно доставать и закусывать. Вот. И рыба потихонечку клюет. Но ни хрена не ловится. Но клюет, по крайней мере. Но мы же сюда приехали не за рыбой. Мы же приехали, чтобы жарить картошку, мясо. И чтобы рыба клевала. В принципе, все как и заказывали. Так, рыбку у нас потихонечку мы ловим. Я тут экспериментирую. Первый заход, думаю, дай-ка попробую. Вот так вот. Первый раз уже перевернул. Думаю, что у меня получится. Думаю, что-нибудь-то получится. Надо будет только пониже опустить. 3 шампура одному вполне хватает. На 2 стоят, один через них просунутый. Шикардос. Не нужно ни мангал, ничего таскать, никаких приспособ.
2 секунды, и все готово. Можно даже пониже опустить, повыше приподнять, и никуда это не денется. Да, болтаться болтается, но никуда это не девать. Оп. А возвращается это вот так. Нужно через шампур снизу одну сторону. Вот здесь вот надо одну сторону. Раз, а вторую хоп, и повернуть немножко. Но мне в данном случае в обратную сторону. Опа. Блин, горячо, одной рукой неудобно. Надо один шампур посильнее поджать, чтобы вон там дырочки не было. Через что шампур раскакивает. Только что так хорошо стояло, стал показывать. И вышла такая беда у меня. Ну ладно, никуда это не денется. Вот, все стоит хорошо. Ну и при желании можно, ну тут огонь, прям жара стоит, не могу, руки все обжигает. Плохи приходится посмотреть. Руки обжигает, поэтому мне немножечко неудобно. Ну ладно, сейчас запекем, зажарим и посмотрим, что получится. Ну в принципе, что получится, мясо когда на плохо получалось. В принципе, двумя руками поудобнее. Вот так вот я придвинул. Смотри, видишь, как нормально, да? Дрова подкладывать пока не хочу. Сейчас вот этот кусочек пожарю, свининки. А потом тогда уже еще дровишек подложу. И дожарим все остальное. Картофан получился, кстати, исключительный. У меня осталась одна картофанина, вот она лежит. Вообще суперская. Как картошка, как закуска. Идет замечательно. Извините, но водку показывать не буду. Ну, наверное, свечерело маленечко у нас. И еще, наверное, буду заканчивать сегодня снимать. Да это не я, в принципе, заканчиваю, а это мне аккумулятор говорит о том, что пора завязывать. Пришлось в интернете немножечко поработать, и поэтому как бы вот такое дело. Ладно, в принципе, что, давайте подведем итог. Рыба клюет, шашлык готов, картошка, огонь. Блин, ну не денек, а вообще кайф. И знаете что? Я вам тоже желаю такого удовольствия. Спасибо всем. До свидания. Подписывайтесь. Блин, странно. Телефон включился, показывает 17% зарядки. Не знаю, может у него заеб какой вышел. Я попробовал включить. Да, хотя бы попробую, думаю. Ну, короче, что, еду нормально все. До дома мне осталось, ну, может быть, ну, больше 10 километров. Сейчас посмотрим, во сколько я что доберусь. Какие планы? Планы у нас на завтра, наверное. Давайте с утра встанем, поработаем. Ну, в принципе, свою работу я никогда не показываю. Она вам и не нужна, вот так скажем. Работаю я программистом. Ну, там ничего интересного, по крайней мере, для обычного смертного. Там на клавиши жмешь, смотришь, что получилось. И добиваешься того, чтобы что-то получилось, вот так сказать. Ладно, все, давайте до следующего видео. Всем спасибо, всем пока.